Итак, народ, всем привет! Сегодня мы пробуем проходить, так как в тот раз что-то там не пошло, поэтому у меня 15 левел. Загружаемся, надеюсь, все будет хорошо. Я сейчас на старте тут постою маленько. Я там, короче, что-то добавил, пока он болтал, вот вчера его настраивал, вроде нормально. Вот эти вот жетоны потратил. И вот какие у меня показатели стали. Щит на 3 там. Ну тут все видно, да. То есть у меня было тут порядка 27 вроде этих жетонов, короче. Вот. Там, я так понял, вот это вот задание, чтобы еще, короче, получить жетончики. Вот. Рейтинг безбашенности 1. То есть всякого, короче, фигни убивать. Сейчас попробуем вообще. Смогу ли я опять пройти, потому что разбагалось? Мне надо вон туда. Там чуваки. Там можно на машине вызвать. В тот раз я ходил, не получилось, короче, пройти. Тебе машину вызвал. Попробую. Это вообще жесть. О, блядь, там эти решетки. Да ёб засранцы. Бластер у них, конечно, хороший, но... Прицел херовый у них. Ох, ебать, кто пришел. Робот пришел. Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Давай свалим. На время свалим. Сейчас на время свалю, чтобы отремонтироваться. Потому что это жесть, у меня 15-й, там 19-й уровень. Лазю. Какого хера, давай ремонтируйся. Воо, пошло. Машина с регеном, охеренно. Теперь погнали гасить дальше. Они там притихли маленько. Грузчик. Ёпта, ни хера они там. Во-во-во-во-во-во-во, Вася. Сваливаем, свали. Свали на время сюда, опять отрегенись. Блин, это жестко, короче, будет. Я не могу тут бля. Сука. Этого придурка запустил. Засранца. Отрегениться не дают машины. О, все, тишина. Я вроде получился. Спаси, сейчас реген будет. Я, походу, отсюда не вылезу. Блин, что так долго-то? Бесконечно с эти. Давно нужно бесконечно кидать их. Ну что, поехали пытаться опять. 32 опыта. Чё так мало? Они полутрупы. Бля. Так, давай подъедем сейчас. Давай, ну. Завалил. Так, сюда я не пройду, да? Беда. Обойти можно?
О, наверное, можно. Смотри, есть отсюда идти и оттуда. То есть у меня есть варианты, то есть несколько, да, получается. Так что я лучше поехал вариант поищу, потому что я тут был. Тут раз мне не особо они понравились. День. В машине тоже можно. Ой, хера. Бля. Оу. Хера себе. Это что за чудо-юдо, на? Охренеть, вообще просто жесть. Прикинь, да, бля. Бля. Да пиздец, ну. Скрылся, тварь. Жесть, вообще, что за хрень? Капец, 17-й левел. Театр. Вообще жесткие. Как я так буду играть-то? Ну, что-то все типа. Так, нам надо вон туда. То есть наверх. Вот сюда наверх как-то. Ну, давай сразу попробую забраться. Так, ну-ка. Ни хрена, да? Только через дорогу. Давай по дороге попробуем. Тут, главное, есть. Есть как забраться. Вот, но тут не факт, что я туда иду, потому что тут как-то все печально, я так смотрю. О, кстати, дорога есть. Уже хорошо, то есть не надо будет там через базу проходить. Конечно, машине надо было, но машина у меня не особо. Так, патроны. Ё-моё, походу я сейчас тут погребу по полной программе. Так, ну-ка, что у нас здесь? Снайперка, так, дробовик, вроде как я на верном пути, добраться до вершины, найти друзей, так, ну-ка, они здесь ли, там эта хрень светится, фу, хоть поубивал там всех. О, нормально, я добрался. Вы обнаружили. Еее, классно. То есть я обнаружил. Я сейчас сохранял поюзну. Она где-то здесь. Где-то тут она, где она? Вот она где-то. А, это переход. А где сохранялка? Нет сохранялки, офигеть. Давай мы что-нибудь. Денежки. Машина. Ну давай. Тачку возьмем на всякий пожар. Найти друзей. Поехали. Оп. Какая-то база. Сейчас будем проверять, что тут за дела. Почему тут никого нету? Установить маяк, подключить сети к станции мгновения его перемещения. Ой, нифига. Так, то есть надо подключить маяк. Походу тут будет задница. Блин, надо туда наверх. Давай попробуем.
It's transmitting the supply request now. Just gotta wait a few minutes and... Angel, that's enough. You can stop pretending to help the bad guys now. Angel? Походу тут... We don't have long until Jack realizes I'm not helping him anymore. Defend that beacon. Now, if you can't even handle these loaders, you're really gonna disappoint. Да, они упали. Вот засранцы. Суки. Маяк сейчас сдохнет. Блин. Да как так-то? Сука, дроны долбаные. Пиздец какой-то. Они его лечат, ну. Ах ты, сволочь. И чё, теперь я опять с самого начала буду рулить? На херен. То есть, самой верхней точки. А нет, здесь только вот. Вот хорошо, что здесь. Что реально. Отремонтировать маяк. Сюда. Бля, дроны долбаные. Да как так-то? Они его лечат, ну. Пиздец. Вообще жопа какая-то. А, мне опять бесит это все. Как вот хрень. Сейчас попробую взять дробаш. Прямо его захерачить. Прям притык. То есть дробашом хоть там и с перезарядкой, но я прям... Луплюс ему прям. Засранцы такие, бля. Давай, бля. На нахер его. Просто залетел. Пиздец просто. Я сейчас все опять бабосы потрачу, короче. Чё за фигня? Какими стволами орудовать? Тут автомат у меня, ладно, автоматом, но дробашом прокатило, но не настолько мощно, потому что он у него долгая перезарядка. Всего два патрона. Блин. Пиздец, я регениться не успеваю, блин. Yeah.
Да вы задрали реально вот эти придурки, а. Сколько можно? Сука, давай, иди меня, убей на. Я тебя тоже шлепну. Смотри, регенцина. Давай, давай, на. Сука. Убейся, на. Хера у него реген щита, на. Да чё за хрень, на. О, наконец-то. Вообще жесть. Отремонтировать, подключиться, это получается, я так и так буду его хренать, они его будут лупить. Вообще жесть. Как я по-вашему должен их расхерачить? Они же мне покоя не дают. Еще косой, тут отдача такая тупая. Да хоры, тихо, тихо, тихо. 17-й левел, у меня 15-й. Нехило он. Хорошо устроился. Пиздец, у него реген. Что творится-то? Смотри, что я их луплю, луплю, а им похер. И они бесконечно идут, 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 идут. Вообще класс. А мне тут никого нету, чтоб убить. Прям заходит и все, и зашибись. Что за хрень? Вы что творите? Пиздец вообще. То есть я врубаю маяк, его быстро раздалбливают и все. То есть никаким макаром я вообще эту миссию не пройду. Что делать тогда? То есть их до хрена, он, они прут и прут просто. Все, они задолбали, я их если урон качаться. Ну, пулемет не работает. Вообще непонятно какие-то. То есть какая-то фигня. Постоянно такая фигня. Раз, два, три. Они вот 15-е, хотя, ну блин. Все равно они жесткие. Прицел такой, отдача. Тачку раскирачили мне. Сколько можно? Бесконечные волны. А он вообще. Гранатомета долго не. Ё-мо, как так? Вы что творите? Как они мне? Пойду пули сразу. Давай, 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 давай его. Один остался. Про гранатометчик. Это все, наверное. А ни хрена не наверное. Полюбас сейчас придут опять. Если опять маяк включу, они опять припрутся. И хрен тогда получится. О! Зашибись. А у меня патронов. Ну
Да шо ж ты, засранец какой? Пиздец просто. На нахрен. Короче, вообще не вариант. Тупо. Тупо подыхаю и все. И че мне теперь сидеть, фармить что ли? А где фармить, тоже хрен пойми. Сколько у меня там денег-то осталось? Че походу не будет денег? Здесь в тот раз фармил, здесь раз фармил. Сколько денег? 900 рублей осталось. Да что за фигня? Сейчас я тогда патронов понакупаю, пока я есть деньги. Вот они уроды вообще просто. Груз не возьмешь. Да они вон меня херачат, не знаю чего. Я не могу понять, почему мне так долго. Так, ладно, что у меня защита? Взрывной урод там щипов каких-то. Что это такое? Редкая добычка, какое-то говно. Что у меня за щиты? Требует 17 уровень. Взрывчатка. Какой-то дурацкий дробовик. И все. То есть у меня ничего нет. Вероятность коррозии, если заряд на нуле, но мы же боим нос. И все, короче. То есть у меня вообще полная чушь. Есть две гранаты. И все. Вот, два выстрела и все, и пиздец, оно ремонтируется. Меня какую-то хрень опять пустили. На, дрона вызывай. На, натуре я сейчас этого дрона возьму. Че я туплю-то? У меня уж дрончик есть на помощь, ё-моё, точняк. Какую-то хрень. Нет места снайперка, офиговая снайперка. То есть берешь вот сюда дрона ставишь, сейчас сразу выставлю. То есть брать вот эту вот сворушу байку, да? Все. Сразу приходим. Защит моя подключить. А где скачка? А, вон она красная. Ух ты, ё, это чё такая хрень бы откуда пришла? Пиздец. Пиздец какой. А-а-а, сейчас сдохну, на. Бля. Да бля. Да сволочь. Защит маяк, я же защитил его, бля. Пиздец. То есть надо было загрузить, а потом забрать, наверное. Ох, успеть забрать, пока он работает. Я хрен знает. Там была загрузка. Нужно, наверное, так и сделать попробуем. Ну давай, чё. Раз такие засранцы, я вас сейчас всех раздолбаю. Вообще просто жесть. Сразу убиваются. Турель тут еще долбанная. Да ты убейся, давай, я. Они, то есть, сразу бам-бам и все, я тупо. Там еще двое, зашибись. Где? Где второй? I just shut off the moon base's oxygen supply. I expect the engineers will launch a fast travel station very soon. God damn it, Angel! What are you doing? Those are the bad guys! That was the first bomb! I'm sending everything I have at you! Everything!
Нихера себе. Он сейчас всех убьет. Загрузка идет, загрузка, загрузка. То есть успеть загрузиться и взять. Давай, давай, давай. Наверное. Чё, всё что ли? Ремонтир. Да какого хрена опять? Жесть какая-то. Какие его отремонтируют? 16-й, 17-й, придурки. О, понятно. То есть вообще говно. У кого борда есть? Вообще. То есть а по одному и тому же разу. Проходишь как дурак. Они тебя ебашут, типа. Спасибо, что воспользовались нашей системой. Просто. Вообще. Капец какой-то. Еще тут турелька или что это такое? Все, короче. Понятно. Фигня полная. Все непонятки. Загрузился, загрузился, их я не убить не могу. Потому что они мощные, каждый раз все мощнее, мощнее. Ну он что, блядь. Че пьяникин нахуй? Во, он опять сдох. То есть вообще. Бесконечно подыхать. Жесть. Че, сейчас минус деньги, гамма-овер, да? Мне интересно, что будет. Сейчас минус бабло, гамма-овер, все, интересно. 46 рублей. Корю, просто корю. Давай, вот херач. Придурками. Да, вдвоем, да, вдвоем. Вообще жесть какая. ППшник старый. Ну и что теперь? Вот берешь эту хрень. Я даже не знаю, что делать. Что это такое? Это хрень. А, это работа моего этого, а? Понятно. Я думал, это загрузка как раз и есть. Взрывной урон. Емкость 50. Нет места. Нет места. Сейчас исправим. Какую-нибудь фигню выбросим. Что это такое? При активации открывает доступ к моему облику персонажа. Самый низ. Взрывчатки. Граната. Выбросить. Кью. Берем щит на 500. Допустим. Да. Вот этот вот. Попробую. Щитом на 500. О, загрузка пошла. То есть я стал более-менее живучим, можно так сказать, да? Потом подождать, если загрузку того чувака, короче.
Так. Подключиться к сети станции мгновенного перемещения. Найти призму. То есть я врубил маяк. А станция-то где? Она где-то здесь рядом находится. То есть либо сразу включить и валить, что получается, или что? It's almost here. Just protect the beacon for another few seconds. Валя станция. The fast travel has landed. Give me a second while I calibrate it to Sanctuary's new position. Fast travel station calibrated. Location Sanctuary. Что, не сюда? О, наконец-то. Полгода не прошло. То есть я попал на этот убежище. Класс. Наконец-то. Они где-то там летают. Да, полгода не прошло, ладно. Почему туда вход открыт? Наконец-то. Уфу. I'm very sorry to say, I need your assistance. Так, цельники доступны. Это что такое? Не, мне, подожди, мне не то надо. Мне куда-то не сюда. Мне куда-то вот сюда. City may be safe right now, but what happens if Hyperion launches? Oh, good. Наконец-то. You're not dead. That's his way of saying, "Wow, you're a badass." I'm. Ура, наконец-то. Sorry. We'd all be dead if it weren't for you. But we need a plan. Мучился, Jack's getting closer and closer to digging up the warrior, and we still don't know where he's got the vault key stashed. I can help you with that. You? Damn it! We told you never to contact us again. Please, just hear me out. Sure, let's listen to the crazy computer that just tried to kill us. Hey, remember that time she told us the vault was full of loot? It's with me. I'm charging the vault key. Continue. The key naturally charges itself once every 200 years. Jack is patient, but he's not that patient. He's been using my power to forcibly charge the key with iridium. If you find me, you find the vault key. The vault key is housed in my AI control core atop Thousand Cuts. It's protected by three impassable security hurdles. The first is a competitor deterrence field that will obliterate any non-Hyperion entity passing through it. Competitor deterrence field? What, like a death wall? It is a field of pure thermosonic energy, programmed to atomize any unauthorized personnel. So yeah, a death wall. Beyond that lies the second hurdle, a defense bunker outfitted with the most high-tech weaponry Hyperion can afford. That doesn't sound good. Past the bunker, you'll have to get through the final hurdle, a door that will only open for Handsome Jack. Well, that sounds even worse. This will be your only opportunity to steal the vault key and stop Jack from controlling the warrior. Короче, ладно, болтайте, ни хрена не понятно все равно. Как это стена смерти, ключ, все дела. Do not allow Lilith into my chambers. What the hell's that supposed to mean? Пипец, они вообще, я даже ушел, они вообще. Ловушка там или нет? Ну, короче, меня туда засунут в эту ловушку и проверят, типа, ловушка это или нет. Я так это понял. Да. Отправиться к гиперионской заповедник. Заповедник. Ну, давай. Попробуем отправиться. То есть вот сюда опять. Опять в Нагорье. Насос. Отправиться в заповедник. Я опять здесь, да? И нам надо либо сюда, либо сюда. То есть взять тачку. У меня тачки нету. Эти вот придурки, короче. А, это куча. 17-й. У меня 15-й левел, кстати. Нехило, блин. Тут сейчас опять эти придурки будут. Вот засранцы. На, сволочи. А может на них, ну нахрен внимание обращать, да? Это можно и прокачаться.
таким макаром. Можно не прокачиваться. За них опыта все равно ловить их надо. Тут роботы, короче. О, да, тут роботы. 16-й левел роботов. Нет, жесть какая. Уху, полетел. Быстрее, валим. Прям убегаем нахрен. Быстрее. Во. Опа. То есть можно было просто свалить. Так, теперь вопрос. Ух ты. Теперь вопрос, что дальше? У нас есть вроде как сохранка. Ей-бой. И машина, это уже хорошо. Уже хорошо. Машина-разведчик. А теперь куда-то нам ехать. А ехать нам хз куда? То есть вот сюда выход. Блин, что за дела? Выход с карты, выход Киперионский заповедник. То есть мне вот сюда вот опять не ехать. Типа я эту за... А-а-а. Она рядом была. А-а-а. Так, а где сохранка? Нагорье, мост. Вообще жесть какая-то, а. Кругами катаешься, как дурак. Просто. А тебе, оказывается, туда надо. Молодцы, чё. Мост обнаружил. Далее еще что-то сейчас будет. То есть приехал сюда. Потом что? Потом ехать вот сюда. То есть сворачивать его сюда, в эту. А, блин. Будь здорово. Так. Сюда. Тут я был. Сюда. Там он типа туда надо. Как я туда проеду? Мельница, блин. Вверх. О. Да вы задрали уже. Сколько у вас тут? 19-й, ни хрена себе. И всего 37 опыта, ты что, убираешь? Всего 34 опыта, да, офигеть, за такую-то жирную тварь. Где он? Вон он. На, сволочь. Ну что за шансы? На, и тебе тоже на. Хватит шуметь-то. Короче, ладно, пофиг, поехали быстрее. Поехали. Да беги давай. Сколько там время? О, сохранялка наконец-то. Полетели. А полетели, говорю. Заповедник. Ну давай теперь в заповеднике, что тут делать. Магазин, отправиться и сохранялка, да? О, дела. Добраться, найти Маргас. Ну окей, это уже в другом видосе. Мучения прошли. Я их тоже скину.